Но если ты хочешь также попасть на прокачку, как герой этого видеоролика, и залутать ножи, перчатки, топовые скины на халяву, просто ставь лайк и пиши в комментарии «Хочу на прокачку инвентаря», и я выберу случайным образом одного из вас для следующего видеоролика. Ну а теперь погнали смотреть видосик. Ну что ж, пацаны, я залетел сегодня на сайтик под названием Case Hunt. Будем, получается, прокачивать аккаунт моего подписчика за депому 5000 рублей. Кстати, чуваки, пополняться своим личным промокодиком. Витя, поздоровайся. Всем привет. Промокодиком прокачка парня отдает 30% пополнения баланса. Допустим, 1000 рублей кидаете, 1000 рублей, вот вводите 1000 рублей, активирует промокод. Мы, к сожалению, не можем завязать свой же промокод с Вити аккаунта. 1000 рублей кидаете, 300 рублей приходит просто на халяву. 1300, короче, в сумме 300 рублей абсолютно на халяву, чуваки. Также, чувачки, на сайте есть бонус ролик. Смотрите, нажимаем запустить. Бонус ролик, что вы можете получить? Бесплатный кейс, бесплатные скины. Недавно, 2 дня назад, выбил наш подписчик ножи тычковые за 10 тысяч рублей просто на халяву, чуваки. Также, смотрите, прокрутили барабан первый, он дается за регистрацию через Steam. Вводите промокодик прокатчика, и вам дается второй прокрут барабана бонусов. Пацаны, это просто жесть. Ссылочку на сайт моей личной прокрутки найдете в первом закрепленном комментарии. А мы погнали прокачивать аккаунт Вити. Витя, 5 тысяч рублей в твоем распоряжении. Какой кейс ты хочешь открыть? Давай начнем с каких-нибудь дешевых кейсов по типу Дэдпула, вот этого вот Саб-Зира. Давай, Витя, вообще расскажи, у тебя какой самый дорогой скин в инвентаре? Открывал ли ты на Кейс Ханте? Ну, у меня в инвентаре сейчас самый дорогой скин это за 300 рублей Глок, а на Кейс Ханте, да, я депл 200 рублей, и это не окупился. Ведь перебью тебя, смотри, 800 рублей тебе выпало. Нормально? Да, оставляем пока что, да. Сколько ты депл еще раз на Кейс Хант? 300 рублей, да, с твоим промиком. А, все понял. Мне с кейса выпал калаш за 2500, а я хотел перчатки очень сильно вывести. И пошел, короче, поставил в апгрейд и это, проиграл. Надо было, короче, выводить, потому что был в хорошем плюсе. Угу. Но заигрался сам. Ну да, это самая большая ошибка, парни, то, что вы заигрываетесь, реально, сайт выдает, лучше сразу забирать, не надо идти дальше. Так, Витя, дальше что? Какой давай кейс? Мистерио откроем. Мистерио, давай. 666 рубликов, это прям хороший сумма. Ты хочешь, получается, вывести что сегодня с 50? Я бы хотел перчатки какие-нибудь самые дешевые заиметь. Перчатки самые. Ну, слушайте, перчатки самые дешевые, это меньше нашего депозита, вроде 4000. Мы чуть-чуть не купились. Может, еще раз попробуем? Давай, да, попробуем, может, давай. Сейчас выдаст. Нож в идеале не хочешь? Ну, в идеале было бы, конечно, да. Ну да, нож бы залутать, остановись. Ой, ну, нет, она дешевая, 300 рублей, по-моему. А, нет, 500. Может, еще раз попробуем? Давай, да, третий раз. Давай. Два раза не купила, третий раз перчатки. Надеемся и верим. Или нож. Или нож, да. Было бы, о, ну, нуар юспик, кстати. Ну, он закален на боях. 1000 рублей, кстати. Нормально. Пока ставим, да? Закупил нас за все те три раза. Да, да. Ну и два раза. Так, 2600 тебе на баланс еще, Витя. А АВП можешь попробовать? Откроем АВП или АК, что-нибудь. Давай сейчас АВП, потом калаш попробуем, да? Авик бы тоже какой-нибудь хороший можно было вывести. Да. Я бы еще хотел своему другу скин вывести до 2000 рублей, если у нас получилось поднять. Блин, плюс 3, парни, поставьте реально лайк за то, что Витя хочет. За то, что Витя думает о своем друге, а не только о себе. Калашик? Да, давай калаш еще. Погнали, калаш. Плацпорте бы какой-нибудь отсюда скушать, амам. Какой-то вкусненький. Ну, кстати, элитное снаряжение, оно может стоить денег. А, ну ладно. Что, можешь попробовать апгрейд или контракт? Давай контракт вначале. Давай, да. Контракт. Так, такой, наверное, да? Юспик, P250 и калашик. И калаш. Смотри, сумма контракта получается 1300 рублей до 6500. Делаем? Угу. Погнали. Давай. Так, 1300 у нас, запомнили? Надо, чтобы было больше. Ну, тысяча, кстати, на 150 рублей, ну, в плюсе. Кстати, да, нормально. Сын, так. Давай тогда выйдем. Давай. И в апгрейдике, может, пойдем. Давай попробуем. Апгрейдик. Кстати, давай расскажу про апгрейд. Апгрейды здесь у них просто беспроигрышная лотерея. Это просто жесть. Это первая такая функция. Вернее, первая такая механика вообще на всех сайтах в СНГ, не в СНГ. Чуваки, смотрите. Условно ставим. Авик, на сколько хочешь, Витя? Давай за 1500 что-то. 1500, смотрите. Условно, да? 1500 выбираем. Парни, просто внимательно, внимательно сейчас. Это реально поможет вам некоторым заработать денег, некоторым засейвить. Короче, смотрите, ставим авик, 40% мы имеем. Смотрите, авик, запомните, 600 рублей стоит, ну, 589, грубо говоря. Сейчас, если не заходит, мы будем иметь шанс на 75% кэшбэка. Смотрите, сейчас там зароляет, какой кэшбэк получим. И мы получаем 73 434 рубля вернулось, а мы, получается, на 150 рублей в минусе, но мы имели шанс на 1500. Витя, на сколько сделаем сейчас? Давай сейчас снова попробуем на 1500. Давай снова полторушка. Блин, полторушка зайдет, это будет очень вкусно, да? 29%. 29%, пожалуйста, зайди. Ну, зайди хоть разик, вкусненько будет очень. Ай-яй-яй, и какой кэшбэк мы получим? 0,2, блин, это плохо. Так, может, пойдем под кран кейсик еще? Давай, да, продадим все и пойдем еще под кран кейс. Так, у нас получается, ну, кстати, в плюсе бы, да? На 6 рублей в плюсе. На 6 рублей сюда.
Так, ну давай какие-нибудь дорогие, может, тогда кейсы. Давай попробуем, вот давай. Криптомайнинг за 1000, давай. Давай криптомайнинг, давай. Долбанусь. Косарик здесь вполне вероятно может выпасть перчатки или ножи. Мне падал нож с какого-то кейса, я уже не помню, но падал. С такого до 1000 рублей кейс. Ой, новая Ой. Солдатика, она очень плохая, да? 200 рублей. Угу, еще раз. Еще раз, раз не, давай. Не окупилось. Давай посмотрим. Поставь ножичек, пожалуйста, какой-то вкусненький, и мы будем забирать его с Вити. Антиквариат, в но принципе, с Феникса. 1150 рублей. Угу. Давай какой-нибудь другой кейс тогда. Давай, 3000 на балике у нас. Может, прям на все деньги? Золотую лихорадку не хочешь? Ну, или победитель? Есть? Победитель есть все вроде бы. Да, победитель. Вот победителя. Давай, 2500, поехали, победитель. Ну, вот такие перчатки и могут перчатки, упасть. Да. Они дешевенькие, да. Ну, кстати, может стоить денег, на если самом деле. Если в хорошем качестве, то, по-моему, нормально. 200, но... чуть минус. 500 рублей еще на балике. Давай за 500 кейс и в апгрейды пойдем, может. 500. АВП, может, там... Может, кейсхант? Давай кейсхант, да. 444 рубля. Может, выпасть какие-нибудь перчаточки, на самом деле. Это нам падает? Нет, это не нам, слава богу. Сидмит, окей, это фигня. Так, Он купился. Давай что-то такое попытаться. Может, на 1000? Давай до 1000, не? Давай до 1000, попробуем его с этим словить. 28% получается. 28% зайдет? Не зайдет? Может зайти, на самом деле. Нет, не заходит. И кэшбэк. Кэшбэк сколько? 280 мы, получается, потратили, а кэшбэк 180. 100 рублей минуса. Что делаем? Давай этот скин на 500 рублей попробуем, самый дешевый поставить. Давай. Ну, такое дигло. 37%. Ну, 37% хороший шанс, на самом деле. Может быть, реально прокнет уже, наконец. Или нет? О, отлично. Ой, хорошо. Ну, теперь можно с 500 попробовать дальше идти. Давай, 500. Может. Вот давай, косаречек. Косаренок. 51%. Получается, 501 рубль на ставку, надо запомнить, чтобы потом посчитать кэшбэк. Ну, или зайдет, может быть? Я надеюсь, что, конечно, зайдет. Ой, супер. Отлично. Так, ну, блин, уже два подряд. Может, давай выйдем с апгрейдов, не? А, ну да, лучше, наверное, выйти. Да, давай продадим все, наверное. Так, если мы продадим все, сколько 500. Он будет? 500, давай продаем. Мы пока крутимся на месте, к сожалению. 500, давай. Ну да, пока что. Небольшой плюс мы ушли все-таки. Так, я думаю, может, золотую лихорадку попробуем за 2299. Давай, в принципе, давай. Тут что, тоже ножи есть? Прям перчатки крутые выглядят. Давай, пожалуйста, этой же и нам. Отлично. А, это ли... Стой. Ну хотя бы сколько он стоит примерно? 200. Ну, 200... Ну, чуть-чуть минус. Давай пробуем еще раз, может. Еще раз? Давай. Да. Давай, пожалуйста, 1000 за 4-5 и будет отлично прям. И будет прям очень хорошо. Ну, это... А что это? А, ну это сувенир. Да. Он не стоит ни хрена. Давай домашний. Нам на два раза хватит его и потом... Домашний. Вот снизу. Вот дымный, то есть. Домашний. Давай, погнали, дымный. Так, 1000 рублей получается за кейс. Может быть, реально нам что-то выпадет уже в нем. Нет, это фигня. А, нифига себе. Ого. Просто трек, наверное, прямо там завода, блин. Нормально, давай выйдем лучше с этого кейса, он окупил. Отлично. Прям жестко. Давай еще что-нибудь из той серии тогда откроем, может там... Может, статрековский? Хочешь? Да, статрек, вот, да, кстати. Давай, мне постоянно здесь падает дигл, где он, код красный. А, его убрали. Блин. Потому что тебе постоянно падает. Ну, кстати, статрек легиона, ну, видишь, сколько может стоить? Трешку тоже. Еще трешка. Блин, у нас так-то, в принципе, нормально сейчас плюс уже. Ну что ж, что будем делать, получается? Два калаша по 3000 у тебя рублей есть. Ты на 1000 плюс уже. Пробовать апгрейд все-таки на перчатки какие-нибудь делать. Давай. Шестерик, да, получается? Чтоб хотя бы... Ну, давай, вот такие перчатки, да. Не хочешь? Блин, вот такие, да, красиво выглядят. 51% делаем? Давай, пробуем. Погнали, 51%. Пожалуйста. Ну, тут еще, если что, кэшбэк у нас будет, да, это самое главное. Это точно. Пожалуйста, давай. 3000. И какой кэшбэк даст? Ну, 1600, ну, хорошо. Пойдет. Давай сейчас снова попробуем вернуть этот скин за трешку. Давай. Давай за четверик, чтоб чуть быть в плюсе. Давай за четверик. Вот такой калашик. 41%? Калашик, да. Поставь, пожалуйста. Давай калашик. У нас до этого два подряд заходил апгрейды, на самом-то деле. Ну... Ай. 1600? И какой будет? Ну, 1100. Чё делаем? С этого калаша можно попробовать? Давай с 1100 попробуем за 6, и потом с 3000-ного калаша мы тоже снова давай. Сделаем на 6. 20%. Сейчас такой, знаешь, сливной сделаем. Ну да. Ну, может, зайдет, в принципе, 20% много. Ну, блин, если зайдет, это вообще, конечно, будет грязь. Не. Ну, видишь, она останавливается прям у самых границ.
Ну что тогда делаем с этого калаша, получается шестерик? Давай, да, балансом еще добавь сразу, чтобы это не сбилось. Так, ну что получается, делаем шестерик, перчаточки, был бы кайф лютый. Погнали? Ну да. С 9% хороший коэффициент на самом деле, может, может залететь, может. Давай, поставь вкусняц. Вкусняц. Ой, хорошо. Ой, отлично, все, перчатки на вывод, пожалуйста, мне. Давай моему другу попробуем еще сказать. Давай, что-то до 2000. Погнали, 43% получается орбиточка, версия М1. Давай всё. Опять два к ряду, давай. Два к ряду поставь. Я верю в этот сайтик. Ну, блин. Ай, чуть-чуть, но не повезло, да. Рискнем, давай нож какой-нибудь выберем, подберем. Может, за 10? Нет, тычки, да, давай с 10 тысяч начнем, посмотрим, что там лежит вообще. Может, такой? Так, ну, God Knife. Давай God Knife в этот, да. 60%, блин, да? 60% это прям хороший шанс. Погнали. Кажется. Давай, если ножичек, это прям у будет... У нас, если что, будет кэшбэк. Да, кстати, что, еще кэшбэк будет. Пожалуйста, зайди только, только зайди. Надо заход, надо заход. Нам, да, нам 60%. Это вообще бред. Обидно, блин, обидно. Так, что? Санкисарекс. Давай, Санкисарекс, попробуем за 8 тысяч что-то скрафтить. Давай. Давай все-таки ножик, наверное. Тычки вот такие, давай? Да, вот тычки красивые. Давай, кстати. 55% получается. Я, конечно, тычки не люблю, но если что, потом заменим. Просто. Да-да-да, можем будет заменить в одно нажатие просто. Ой, отлично, найс, блин. Может такой? Блин, я бы хотел... Не... Вот, да, Боуи можно. Да, Боуи, да? 54%? Боуи можно попробовать, да. Давай, погнали. Давай, делаем, была, не была. 54%, пожалуйста, Боуи 15 тысяч, это X3 от нашей депозиты. Это жестко, это жестко. Это будет очень жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что? Офигеть. Ебать, годемчик, дудочка. Офигеть. Давай дальше. Не, все, этот нож мы точно забираем. Хватит уже, блин, играться, это вообще просто какой-то капец. Так, ну что, давай твоему Богданчику будем выводить. Ой, блин. Ой, блядь. Бедный Богдан, нахуй. Блин, мы хотели вывести что-то за 2000 моему другу, но мы выведем этот нож? Подожди, это офигеть. Блин. Это офигеть. Это просто ты случайно сейчас продал? Ты случайно продал калаш, который мы собирались выводить, и прошел, открыл кейс. Получается, Витя, мы тебе забираем сегодня боуи нож за 15 косарей, потом забираем God Knife за 11 тысяч, и еще этому другу Богдану калаш Азимов, да? Да, да. Вообще, я в шоке от такой прокачки. Получается... Парни, подписывайтесь на канал и тоже участвуйте в прокачке. Получается, 26 тысяч, получается, плюс Богдана 2000, 27 тысяч, 5 косарей мы сделали с тобой, да? Ну да. Ну все, получается. Главное не заигрываться, блин. Да, это факт. А то, как я проиграете потом. Ну все, пацаны, получается. Ссылочку на сайт мой личный промокодик найдете первым закрепленным комментарием, пацаны. Офигеть, Кейсхан просто, как всегда, на выдаче прокачали аккаунт подписчику. Так, ну что ж, чувачки, вот и пришел калашик для друга. Вити, смотрите, закаленный бояк, все, сайт всего вводит. Без каких-либо подкруток, это не реклама была, как вы можете догадаться, мне бы тогда ничего не выбили. Если вы хотите попасть в рубрику, условия в начале ролика были сказаны, перемотайте, посмотрите, выполняйте. Всем спасибо за просмотр, с вами был Заспа и Витя, до скорых встреч и всем пока. Пока.